против Енисея имел интригующую вывеску в лице экс-доигровщика «Зенита» и любимчика местных болельщиков Алексея Спиридонова, который в нынешнее межсезонье перешел в стан красноярской команды. Енисей мне вообще не интересен. Енисей только интересен Спиридонов, и больше там никто не интересен. Но что-то сегодня я его не увидел пол игры. Я тоже сегодня. Алексей был настроен, естественно, хорошо, начал все неплохо, но, знаете, один в поле не воин. Владимир Алекно выпускает сильнейшую стартовую шестерку в лице Михайлова, Будько, Ащева, Вольвича, Алексея Вербова в роли либера. А пару доигровщиков в отсутствии травмированного Вильфреда Леона составили Мэтью Андерсон и Евгений Сиважелес. Кубинец же, в свою очередь, пока продолжает планомерное восстановление. По графику ходит нормально, скажем, без костылей, ровно, сложно сказать там именно точное количество дней. Пока держим курс на кубок, но посмотрим. Стартовая партия стала самой упорной в матче. Глаза гостей еще горели, но регулярные ошибки на приеме и на подаче не позволили навязать борьбу. Отменно действовал Вольвич, а Андерсон колотил свои мячи без шансов для соперников 25-19. При нашей, так скажем, средней игре все равно соперник не сопротивлялся, так скажем, не заставлял нас нервничать. Думаю, у них тоже не сложилась игра. Вторую партию казанцы выиграли буквально в двух расстановках на подачах Вольвича и Будько со счетом 11-1, а также благодаря аж 6 блокам за партию. Тренеру гостей Юрию Череднику оставалось лишь полностью поменять стартовую шестерку, чтобы хоть как-то взбодрить своих подопечных. 25-18. Эти встречи как раз-таки опасны тем, что вот может быть этот недонастрой, и у нас нет права на ошибку с такими командами. Немножко мы скованно играем, не можем показать там свою игру максимально. Тем не менее, держим тот уровень, который позволяет нам обыгрывать. В третьем сете Владимир Алекно предоставил игровую практику Кобзарю, Кроткову, Мельнику, Зимченку, Димакову и даже молодому диагональному из Академии Арсению Сырлыбаеву. За исключением связующего и либера, все зенитовцы успели набрать очки. Сегодня получше немножко. Есть, получше могут играть. Да. Молодцы, молодцы. Димаков вообще. Если бы он заблокировал второй мяч, триумф для него. Очень приятно, что тренер дал поиграть, и от этого победа более стала позитивной и полезной, так скажем. Где-то после середины третьего сета раскрепостился уже, вошел в игровой ритм и более-менее делал то, что хотя бы хотел. По 14 баллов в активе Андерсона и Вольвича, 11 на счету Михайлова и Антона Мысина. Разгромные 25-13 в третьем сете и сверхуверенные 3-0 в матче. Мне нравится, что как бы оно там ни было, хуже, лучше там играют одни, вторые, всегда есть настрой на эти команды. Вот последние три команды, которым, ну, так, нескромно сказано, являемся мы фаворитами. Но играем с настроем. Это есть хорошо. На будущее нам это пригодится. Есть «Зенит». Наверное, потом уже мало кого рядом можно подставить. Это уровень, это класс команды. Это люди да, очень высокого уровня. Команда хорошо сыграна. Достойная команда того, где она находится и что она из себя представляет. Наверное, так. Да, игра хорошая получилась. Хорошо настроились. Разобрали соперника и, самое главное, выполнили это. Готовимся к кубок в Турции, вот Лига чемпионов. Поэтому все собраны, все готовы, все в ожиданиях. В центральном матче тура московская «Динамо» в гостях обыграла «Белогорье» со счетом 1-3. И именно столичный коллектив занимает вторую строчку в чемпионате. «Зенитовцы» же одержали 12-ю кряду победу в текущем чемпионате. Всего же беспроигрышная серия в рамках Суперлиги за два сезона теперь составляет аж 34 матча. Эта победа стала, пожалуй, лучшим подарком для главного тренера «Зенита» Владимира Романовича Алекно, который 4 декабря отметит свой большой 50-летний юбилей. В этом нашем видео появится. Ну да, мы знаем, что день рождения у тренера, но самое главное, что сегодня победили, не получилось, как в этом анекдоте про галстук, поэтому и подарок тоже есть, но, в общем, пусть это будет сюрприз. В
Вместе со всеми болельщиками и любителями волейбола мы поздравляем легендарного тренера с днем рождения. В первую очередь желаем ему, конечно же, крепкого здоровья, семейного счастья и побед на волейбольной площадке, а также за ее пределами.